Привет. Я родилась в маленьком городе в Биробиджане на Дальнем Востоке. Когда еще была маленьким ребенком, родители уехали на постоянное место жительства в Израиль, поэтому я там выросла, в совершенстве зная иврит. Гадальти ба ирмот ктана, ותמיד היו לי חלומות, חלומות כאלה של לקבל אוסקר, להיות שחקנית, ממש, ממש אהבתי את החלומות האלה. Гати или Москва. Я приехала в Москву в 25 лет, поступила в ГИТИС. Это был просто невероятный опыт и для меня, и для моих преподавателей, потому что в 25 лет в ГИТИС не поступают. 25 лет из ГИТИСа уходит на пенсию, как сказал мне мой преподаватель, потрясающий Алексей Владимирович Бородин. В общем, закончила успешно мастерскую Алексея Владимировича Бородина, и с тех пор сцена меня не оставляет. Конечно, сцена – это мой краш, это моя просто какая-то наркомания, любовь бесконечная. Обожаю все, что связано с театром, с кино. В данный момент активно занимаюсь стендапом, блогер, и у меня получается классно так совмещать и блогерство, и материнство. У меня, кстати, трое детей. Такая женщина прямая, которая ничего не играет, ничего из себя не рисуется, такая уверенная в себе и внутри себя успешная. Для меня это так важно, быть внутри себя успешным человеком. Поэтому, конечно, хотелось бы играть такие роли следователей классных, сильных, которые ничего не боятся, которые думающие, мыслящие, раскрывают какие-то нелогические убийства, но при этом дома это потрясающая, несмотря на свою силу, женственная, классная женщина, которая умеет потрясающие пироги с картошкой готовить, да, и всех обрадовать, и гости к ней любят приходить. Хотелось бы что-то такое серьезное, простое. Пока.